Давай. Так, сейчас. Письменное слово говоришь, можешь подержать микрофончик просто? Ну, я тебе пока дам, а потом повешу на себя. Так, окей. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. А у нас там еще должен быть еще дополнительный контингент. А, Витя Алиса. Ну ладно, Витя Алиса это знает. Как там по индикации звука? Нормально? Красного нету? Хорошо. Значит, я в очередной раз представляю вам, уважаемые дамы и господа, нашего гостя, Эдуард Малахов, мастер цигун. Цигун, тайцзи и много всего остального очень интересного. Рекомендую. Вот, ну, Настю вы знаете, это как бы наш тренер, наш сотрудник, но она у Эдуарда учится уже много-много лет, и как бы поэтому имеет квалификацию достаточную для того, чтобы мастеру ассистировать в проведении вот такого вот мероприятия. Значит, это второй класс, второе занятие большое такое из серии занятий, которые мы планируем проводить, ну, я надеюсь, регулярно с представлением разных комплексов, различных комплексов цигун, возможно, что-нибудь потом еще. Дальше будет более интересное, хотя более интересно трудно придумать. Вот такое же интересное. Вот. И данный семинар дает возможность нам включить в программу преподавания здесь, в этой школе, в этой студии, еще один комплекс цигун. А непосредственно об этом комплексе вам ребята расскажут. Вот. Я хочу сказать просто, почему я так навязчиво, настойчиво внедрить в практику, сам использую в своей практике и внедрить в практику преподавания различные школы, различные традиции, направления именно цигун. Просто в 1991-1992 году мне довелось познакомиться с этой частью, с этой ветвью традиции в очень хорошем качественном исполнении и получить передачу по одному единственному комплексу тяньчжухуанского цигун, этот Йингьян цигун, который мы с вами все эти годы практикуем и внедряем, там уже больше 20 лет я это делаю. И я понимаю, что на самом деле нет отдельно йога асаны и отдельно цигун. Есть некая очень комплексная традиция, которую, возможно, случайно, возможно, специально расщепили. И для того, чтобы восстановить вот эту целостность, и для того, чтобы научиться соединять информационный аспект практики с энергетическим, так чтобы в энергетическом аспекте проявлялась прописанная кодами информация, то есть асаны дают коды, а цигуновские движения дают возможность эти коды реализовать. И как бы все это складывается воедино, для того, чтобы научиться правильно соединять в последовательностях упражнения. Я считаю, что цигуновские практики, они необходимы, и что это как бы другой уровень, следующий уровень. И когда оно соединяется в единую систему, вот тогда это становится полноценной практикой. Хотя там правоверные йогины иногда на меня катят, что-то сидерские там между асанами, делают какие-то дурацкие телодвижения и все такое. Вот. И поскольку мы можем в данном случае опираться на реальную качественную традицию, вот, но в интерпретации человека, который пропустил это через себя, оно у него по полной программе работает, но по менталитету Эдуард отличается от китайцев, да? И то, что и как он может до нас донести, китайцы не донесут никогда. Может быть, потому что не могут, но может быть, потому что не хотят. Таким образом, это человек, который вскрыл кладовую, вытащил оттуда все самое ценное и предлагает нам в том варианте, в котором мы это можем переживать, использовать и интегрировать со своей практикой, инкорпорировать в общую свою практику. Ну, то есть это уникальная возможность. И самое главное, что вот именно здесь, в студии, в нашей,
на самом деле происходит уникальное действие. Мы не придумываем какие-то новые синтетические вещи, типа на основе йоги и цигун, а мы берем традиции, реальные традиции, пропущенные через восприятие людей, которые могут это все донести и интерпретировать по максимуму в современных условиях, и строим школу, строим подход вот на основе именно настоящей, такой хорошо, глубоко проработанной базы. Вот. Ну, естественно, я за это очень признателен. Эдику, что так он приехал, благодарен. Согласился вот и с нами вот так вот возиться. Окей? Все. Передаю слово ведущим. Да. Ну, в принципе, Андрей все сказал за меня. Все. Так, то есть была единая система в Китае, в принципе, можете почитать, найти информацию какую-то, Дао-Инь, то есть ее разделили. И, в принципе, на каких-то высоких уровнях цигун там встречаются все, и асаны, то есть и мантры даже. Ну, все описано, для чего это было, как мантры для открытия каких-то центров, там мудры тоже. Там все почему-то, по каналам, то есть все расшифровано. Вот. Потом ее там намеренно разделили, там стали частью уничтожать, чтобы как бы знания скрыть. Вот. Поэтому это такой вот исторический момент. То есть профессиональная йога, то есть на высоком уровне. То есть у меня, с другой стороны, вот цигун, и мы как бы вот это вот знание вы оттуда как бы достаем. Андрей правильно сказал, что китайцы, они где-то 50% намеренно скрывают, а 50% они просто не знают, допустим, информацию, то есть им и ее не, как бы никто не объяснял, вот просто что-то делают. И другой менталитет, то есть у нас другое тело, даже, хотелось бы сказать, допустим, люди, которые учатся в Китае у крутых там мастеров, это как бы бренд, это хорошо, все здорово, там, то есть вы берете информацию, но если китаец здесь поживет, он изменит свою практику. Много китайцев просто не смогли прижиться, потому что у нас другое питание, им очень сложно как бы перестроиться. Ну, мне повезло, я вот долго общался с китайцем, который жил в нашей, как бы, и живет сейчас в нашей, как бы, климатической зоне, и он много поменял, и подход другой, то есть, и какие-то вещи вообще, допустим, выбросил, то есть, отличается даже вот и по климату, и по приближенности к полюсам, то есть, поэтому есть даже там направления иногда меняются, там, в какую сторону практику делать, там, и что делать утром, что делать вечером, вот, и какие-то внутренние аспекты, то есть они доходят вот в нашем процессе с Андреем. Я что-то буду по ходу объяснять, что-то в конце объясню, когда вы уже будет материал, потом объясню, как это сочетается с йогой. То есть, что-то вы должны все равно через себя прогнать. Какие-то вещи просто невозможно объяснить. То есть это как бы непознаваемо. Мы можем прикоснуться, только почувствовать это и все. То есть можно долго объяснять, как вкусный там, скажем, салат Цезарь, но лучше попробовать его как бы на вкус. Вот. Ну, поэтому мы начнем. Сейчас сначала чуть-чуть настроимся, наверное, посидим, потом я расскажу вам, что за комплекс. Просто как удобно. Садимся, да, и да, можно так, со скрещенными ногами, чуть выпрямляем, да. И руки открываем, глаза закрываем. Дыхание спокойное, естественное. Стараемся просто успокоиться. Достаточно чуть-чуть. Теперь мы на цигун переключимся. То есть я объясню
сегодня комплекс Идзин. Идзидзин будем изучать, откуда он пришел. Как бы. В 1970 году нашли, раскопали могилу высокопоставленного чиновника, и там нашли на ткани, на куске парчи, опять же, бумаги не было, наверное, типографии закрыты были. Там изображено, то есть метод переноса ЦИ. Где-то 40 упражнений. Вот. И часть из них являлась вот этим прототипом данного комплекса. А по другой версии этот комплекс создал Бодхидхарма. То есть он, ну, йог был, ученик Будды, основатель дзен-буддизма, то есть в 500 году. То есть по одной версии этому комплексу больше 2000 лет, по другой где-то 1500. То есть понятно, почему он остался. То есть все ценное оставляют, то, что не нужно, выбрасывают. То есть они составили этот комплекс, и сейчас вот и в Китае у нас как бы он так внедряется. То есть еще добавили переходы, изучая там физиологию, научный подход. И поэтому вот такое общее как бы понятие о том, что мы изучаем. То есть ценность в том, что до нас дошло без изменения название движения и описание какое-то древнее движение. Поэтому вы можете к этому прикоснуться, как это вот было раньше. То есть метод переноса, я потом в процессе объясню какие-то вещи. Здесь есть внешнее как бы составляющее и внутреннее. То есть уже есть из внутреннего цигун, в отличие, скажем, от восьми отрезков парчи, хотя там тоже есть. Здесь, то есть концентрируется на каких-то частях отдельных, хотя я объясняю подробно, на них не надо, за исключением нескольких упражнений на, то есть фиксации внимания, концентрации на определенных зонах. А так вы делаете как бы целиком общие упражнения, то есть не там, ну как бы не ковыряясь в ошибках отдельных. Вот, ну сейчас мы, наверное, начнем, да? То есть здесь встаем, он, комплекс исполняется стоя. То есть мы будем повторять, я буду делать вправо, вы влево. То есть запомните это, потому что комплекс правильно делается вправо. То есть я просто зеркально для вас делаю, чтобы вам было удобно. То есть мы сначала сделаем одно-два упражнения, потом я его объясню. Лучше так, да. То есть встаем. Угу. Да. Угу. И начинаем. Раз. Дальше. Два. Три. И глаза закрываются. Дальше. Раз, два, три, четыре, дальше. Раз, два, три и четыре. Выдох. Заканчиваем. И дальше. Раз, два. Угу. Ну, чуть-чуть о начальном положении тела. То есть здесь ноги вместе, большие пальцы соединяются. И макушка, мы чуть-чуть вверх тянемся, но не специально. То есть стойка готовности не то, что мы вот напряжены и готовы к чему-то. Просто мы расслаблены, внимание также расфокусировано, зрение рассеянное. Чуть-чуть открыты подмышки, чуть-чуть слегка, да. И слегка расслабляем колени. Теперь посмотрите, первое движение у вас зеркально также. Правая нога полная, левая делает шаг в сторону, раз, и дальше два. Одно движение. Уже здесь работает метод переноса ЦИ. То есть вы сделали шаг, раз, дальше перенесли энергию, распределяется она на обе ноги вместе. То есть здесь уже ошибка может быть. Посмотрите, раз, два. Часто такая ошибка. У вас уже здесь
движение лишнее есть, то есть не то, что нужно, да. То есть всего два движения, вот раз, два, мягко. И нога как отставляется, если заметили, пятка, носок, носок, пятка. Потом мы чувствуем ступни, переносим вес тела. А первая начальная позиция называется «Вайто преподносит палец». Руки параллельно, но также подмышки открыты. Здесь медленно ведем к себе и соединяем, да, ладони. То есть здесь у нас остаются ямочки. Основание ладони чуть-чуть прижимаем, но не очень близко к себе. То есть вот чуть дальше. У нас получается круг. То есть лопатки не выходят далеко. И наклон ладони примерно 45 градусов. Еще здесь есть точка, потом она нам пригодится, то есть макушка. Мы чуть-чуть вверх тянемся. Подбородок у нас, естественно, прижимает. То есть мы не специально подбородок прижимаем, а чуть-чуть вверх. Это начальное, называется Вайто преподносит палец. Вайто – хранитель монастыря, палеца – манускрипт. Вот. В этой позиции мы, для чего она служит? Чтобы успокоить дыхание, расслабить внутренние органы. Вот. И несколько секунд стоим. Глаза закрываются медленно, закрываются, потом медленно открываются. Второе упражнение также называется «Вайто преподносит палец 2». Здесь, посмотрите, два положения рук. Мы подняли, да. Ну, здесь можно назвать листья клена, потому что у нас лотос не растет. В Китае как бы лотос трудно, не все представляют. То есть проще клен, здесь, наверное, растет. Да? А второе положение – ива, то есть лист ивы такой. Вот. То есть все пальцы соединяются, но чуть-чуть ямочка остается. Здесь, посмотрите, раз положение, мы специально его разбили, потом оно более слитно. Дальше два, вытягиваем, чуть-чуть потянулись. Дальше три, руки в стороны. Теперь посмотрите, когда мы поднимаем пальцы, мы начинаем их с усилием сжимать, да, и на себя. А на ногах пальцы, то есть мы не так цепляемся за пол, потому что, да, коврики и пол поцарапаем. Мы чуть-чуть вот как присоски, да, то есть раз, у нас здесь также ямочка образуется, точка юньцань открывается, то есть раз и два, положение рук и ног. Кровь циркулирует по всему телу и включается энергия легких и сердца, то есть промывается организм. Вот здесь стоим. А здесь ошибка, посмотрите, какая сбоку я показываю, просто плечи уходят назад. Также не сводим лопатки, здесь ровно, да. То есть вот две руки напротив друг друга, так, да. Угу. Несколько там секунд или минут, как бы в Китае до двух минут делают это упражнение. А, постояли, потом руки опять раз, и посмотрите, листья опять клёна, да. Вперед ведем. Угу. Дальше на ногах также расслабляются руки. И два, да. Такое положение. Локти не очень сильно поднимаются, то есть вот ровно. И чуть-чуть пальцы открыты. Немного натяжения есть. Здесь еще можно слегка как бы усилие в запястьях, да, придать. Это сложно как бы сразу сделать, но как будто вы вот, вас что-то держит, но вы толкаете руку. То есть здесь есть натяжение небольшое, да. То есть тогда есть циркуляция, включается еще здесь зона. Угу. Ну, повторим просто это упражнение вместе. Здесь в цигун работает больше количество повторений. Потом оно постепенно переходит в качество. То есть как бы нарабатываете такую человеческую матрицу, потом она начинает работать на вас. Здесь раз, вытянулись. Дальше два, три, четыре. Пять. Дыхание здесь свободное. Руки соединяем, глаза закрываются. Дальше. Руки поднимаются. Раз. Уже пальцы чуть-чуть напрягаются слегка. Вперед. В стороны. Вверх и на ногах подтягиваем. Угу. Пальцы вертикально вверх, все соединяем пальцы. Угу. Дышим также свободно. Дальше
Раз, два, три. Следующее упражнение. Раз, два, три. Раз, два, три. Третье упражнение также называется «Вайто преподносит палец». Здесь чуть-чуть объясню, на чем мы концентрируемся. То есть руки, посмотрите, локти идут по кругу, круговое движение. Так, вот это положение руки называется «пасть тигра». То есть пасть тигра посередине уха должно остаться. Так идет рука. Как мы переносим вес тела? Чуть-чуть вперед, мы как будто падаем. И за счет этого поднимаемся на носки. То есть не очень высоко. Здесь мы стараемся чуть-чуть прогиб убрать. Перед тем, как поднять руки, мы нажимаем средним пальцем. Точки лаугун. Дворец труда. Активизируем. Здесь сухожилие. Мы нажали. Пустая точка здесь. Да, есть. Поднимаем. Точка на голове. Макушка головы мы уже знаем, да, определили. Самая верхняя часть здесь, да. Когда поднимаемся на носки, мы представляем, как будто в этой области у нас глаз. То есть мы смотрим в небо далеко, то есть в центр неба, как бы. И ладони открыты вверх. Чтобы легче стоять, мы цепляемся взглядом чуть-чуть вперед, перед собой смотрим вниз. Здесь внутренний аспект такой, что нужно представить глаз. И что смотрим в небо, в нас ци входит, излучается из рук. То есть передать энергию рукам. То есть я чуть больше просто говорю, какие-то моменты у вас потом в ходе практики дойдут. То есть не обязательно прям вы чувствуете все, но потом почувствуете, и это ощущение будет шире, шире, шире. То есть это реальность как бы будет. Пока можно как бы верить или просто как информацию воспринимать. То есть нажали, толкнули, и три области. Раз, да. Сюда входит энергия, здесь мы ее излучаем из рук. Да. Потом постояли чуть-чуть, посмотрите, как мы кулак собираем. Раз, тоже в разных школах есть, по-разному собирается кулак, то есть это не важно. То есть они все похожи, но все работает. То есть большой палец раз, и по одному пальцу загибаем, и чувствуем каждый палец. Потом чуть-чуть сжали, вот раз, мягко, да. И опустились. Но здесь уже следующее движение пойдет. Да. Мы сейчас сначала, потом опять дальше продолжим. Угу. Руки, да, руки к себе. Угу. Начинаем. Раз, два. Руки друг к другу, да. Три. Медленно ведем, как будто держим что-то в руках, чувствуем пространство. И глаза закрываются. Дальше. Вайто преподносит палец. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Да, здесь уже глаза открыты. Мы стоим, чувствуем пальцы на руках и на ногах. С усилием сжимаем обязательно. Дальше. Вайто преподносит палец. Три. Раз. Два. Три. Четыре. Центр ладони. Пять. И здесь концентрируемся. Макушка головы. Как можно дальше в небо смотрим. И передаем энергию рукам. Дальше. Раз. Два. И у вас правая, у меня левая рука вперед. Раз. Два. Три. Дальше. Раз.
два, три. Раз. Два. Еще раз. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Дальше. Еще раз. Раз. Два. Три. Раз. Дальше два, три, раз, два, и просто вдох, выдох. Следующее упражнение называется «Поменять звезды в созвездиях». Ну, у нас здесь одни звезды собрались, будем менять их в созвездии. То есть вы видите звезду, смотрите, то есть как бы дотянуться до нее пытаетесь. Вот растягивается тело, да, вверх смотрите периферийным зрением, то есть наблюдаете руку. Посмотрите, руки, то есть одна не уходит вперед, другой, то есть так, поворот, подтянулись, потом взяли как бы звезду в карман образно, да, положили. Потом поднимаем, не пригодилось, и в созвездии ее, да, раз, поставили. А здесь важно, то есть во всем комплексе позвоночник вытягивается, скручивается, и чередуется мягкость с упругостью. То есть это чередование вот в этом упражнении как бы замедляет процесс старения. Ткани омолаживаются быстрее за счет вот этой динамики. А здесь, посмотрите, скрутка начинается отсюда, то есть здесь сверху. То есть сразу покажу, да, какие ошибки. То есть руки идут вперед, потом у вас здесь напряжение возникает. То есть движение здесь начинается. Вот Настя, если разминку дает, мы подробно не будем на ней останавливаться. Уже делали разминку, то есть такую, кто помнит. То есть здесь также раз, таз, плечи, шея движется. Таз, плечи, шея. Так, да. Здесь то же самое. Движение скручивается и сложное движение вниз. То есть можно представить, как будто вот ноги – это пружина. Мы ее сжимаем. Так. Потом пружина разжимается. То есть вниз. Раз. Скрутились. Здесь еще ошибка. Посмотрите. Так. То есть вес перенесли неправильно. Или колено сильно заваливается. То есть колени почти одинаково. Чуть-чуть. Раз. Два. Мягкое движение, да. Раз. В другую сторону. Два. Угу. То есть, и по глубине, сами смотрите, то есть, цигун, как есть такое выражение, не бойся замедлиться, бойся остановиться. То есть, когда много делали, уже устали, допустим, бывает такая усталость, какой-то день вам не хочется заниматься, или можно не обязательно сильно, то есть, вы делаете скрутку, не обязательно вниз прям так поворачиваться, вы чуть-чуть. Раз. Как бы обозначаете, больше наблюдаете, что внутри происходит. Так, да, как бы немного лениво делаете. Здесь еще вот точка, канал толстой кишки. Средний палец, проекция среднего пальца на нее, да, падает. То есть, чтобы проверить движение, оно в сторону не уходит, рука, то есть четко над этой точкой. И смотрим вверх, здесь прогиб есть, шея тоже работает. Так, еще ошибка. Перекручивается таз в этом положении. То есть вот так. Здесь также есть зона, которую мы наблюдаем вниманием. Ну как, не четко смотрим, а как будто в тумане. То есть это область, вот у нас манекен есть. Да, здесь красивый. То есть
Здесь область Минмэнь, то есть врата жизни. Ладонь, примерно такая область. А почему она важна? То есть здесь почки находятся и соединяются каналы рук, которые мы проработали, вот, и каналы ног через эту точку. Здесь мы стоим, получаем энергию ци, и она собирается, формируется в этой области. А, потому что бывают какие-то вещи, вы делаете, там каждый свои, бывает, чувствуется здесь разрыв, то есть больше усилия рукам даете или ногам, а посередине как бы пустота возникает. Вот, чтобы ее заполнить, в этом положении очень хорошо, да. И главное, как работают ноги. Вот вниз, раз, два. Тоже сложное движение. Я объясняю чуть больше, глубже. Оно постепенно потом дойдет. То есть поясница, посмотрите, как работает вниз, так. Как будто вы стекаете. То есть как смола по дереву стекает. В тайцзицуань есть такое выражение «уйти в пятки». Это тоже не сразу дается. Люди нарабатывают годами. То есть вы за счет вытягивания уходите центром тяжести в пятки. И за счет этого как бы вот центр тяжести легко держать. То есть устойчивость появляется, баланс. То есть вы стекаете, скручиваетесь так. Да, стекаете, скручиваетесь так. Угу. Но поясница чуть-чуть подворачивает. То есть прогиба нет. Здесь точки работают. Угу. Ну, еще раз повторим сначала. Угу. Чуть-чуть один повыше. Ага, да. И да, ноги вместе. Начинаем. Успокаиваем дыхание. Макушка, да, здесь прямо. Плечи не поднимаются. Дышим спокойно. Начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Первое упражнение, вы и то преподносит палец. Дальше. Глаза открываются. Второе упражнение, вы и то преподносит палец. Два. Раз. Два. Три. Четыре. На ногах, да, правильно, не забываем. Пальцы вместе, вместе соединяем. Обязательно, да, усилие есть в руках здесь, физическая сила. Дальше. Второе заканчивается, третье начинается. Вайто преподносит палец три. Раз. Два. Вспоминаем три точки. И смотрим вперед перед собой. Поднимаемся. Здесь также у каждого индивидуально. То есть поднимаемся. Кто-то очень высоко, кто-то чуть-чуть совсем. Главное, чтобы устойчивое положение и чувствовать три области. Макушка головы, центр ладоней. Здесь плечи стараемся расслабить, чтобы передать энергию ладоням. Дальше. Раз. Большой палец внутрь. Собираем руки. Чуть-чуть сжали. И отсюда начинается четвертое упражнение. Раз. Правая рука вперед. Смотрим на звезду. Срываем звезду вниз. Поднимаемся. Раз. Левая ладонь от себя на пояснице. Чувствуем область Минмэнь, поясница. Смотрим как бы сквозь руку. Дальше. Раз. Раскручиваемся. Два. Звезду срываем вниз. Три. Рука скользит по бедру через грудь вверх.
Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Дальше раз, два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз, два. Три, четыре, дальше раз, вдох, выдох. И возвращаемся. Раз, два. Ну, можно сесть, как удобно. То есть почувствовали, у нас чуть-чуть немножечко пустое пространство было. Сейчас мы его наполняем. То есть ци включается не сразу. То есть в каких-то, если сделать разминку, сразу начнет работать энергия по-другому. Но мы смотрим сейчас, то есть сам комплекс, как работает. Здесь несколько моментов я вам объясню, как бы тоже какие-то ключи. Вы сами должны понять, как это сочетается с йогой, допустим, потому что через себя это прогнать. То есть здесь компактность движений, то есть если вы делаете больше, энергия не собирается, то есть у вас, вы не наполняете, она наоборот выбрасывается. То есть как бы лишнее движение, то есть амплитуда движения. Здесь уже с йогой как сочетается, вы сами почувствуете кто-то в каких-то асанах или в чем-то. А второй момент – мягкость. То есть мягкость найти надо в себе, это как такой, как бы безопасность вашей йоги, то же самое. Если вы нашли мягкость, вы работаете, у вас то есть меньше или вообще нет травм. То есть, но мягкость ее постепенно нужно добиваться, то есть она не должна быть вялостью совсем. То есть это и упругость, и наполненность. И нет пустых движений. Потом мы про переходы отдельно скажем. То есть когда мы ведем руку, не просто раз, инерция, инертность, а все движение, оно наполнено. То есть вы присутствуете в каждом моменте. Оно есть ощущение в руке вниз рука. Вы срываетесь вниз, потом вверх. Также в каждом движении, то есть вот раз, два, три есть, если медленно покажу, да. Но медленно, если совсем замедлиться, то есть чувствуете просто удар сердца, движение начинается. И здесь работает спиральная сила. Это связь с Тайцзи Цуань. То есть включается Дантянь, он автоматически должен включиться, потому что здесь, ну, как такой червяк вращается. То есть вы посмотрите в одну сторону, дальше в другую сторону разворачивается. Потом опять все время здесь работает движение через центр. Но не специально этого добивайтесь, оно включится за счет того, что вы вытягиваете позвоночник и скручиваете. Вот. Но если нет, есть какие-то вопросы или мы пойдем дальше? Нет? То есть все понятно более-менее здесь подробно. Но тогда мы следующее движение вместе сделаем. Угу. И каждый раз, повторяя одно и то же движение, чувствуете новое качество постепенно. Опять раз. Вроде бы простые движения, но может так казаться усталость. Такая это нормально. То есть делаем шаг. Раз. Два.
3. Опять чувствуем плотность в руках. Глаза закрываются. Первое движение. Дальше. Раз. Второе движение. Два. Три. Плечи не поднимаются. Четыре. Пальцы на руках, на ногах. Да, отлично. Вместе пальцы, да. Молодцы, у всех получается. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Локти работают к ушам руки. Вперед смотрим вниз. Третье движение. Вейто. Вспоминаем точки. Передаем энергию рукам. Дальше. Раз. Два. Три. Поменять звезды в созвездиях. Вниз. Раз. Два. Три. Вниз. Четыре. Вспоминаем поясницу. Чувствуем ее. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз. Один раз с Настей, да, считаешь, да? Ой. Два. Три. Три. Да. Четыре. В другую сторону. И еще раз. Два. Три. Четыре. И еще раз. Ну, и заканчиваем, да. Раз. Два. Да. Три. Да.
Ошибки мы сказали, ну, у кого-то есть. То есть, посмотрите, таз сильно перекручивается очень. Чуть-чуть совсем вниз. Так, движение, да, компактное. Не больше, чем нужно. Иначе колено, то есть, когда острое колено, здесь, наоборот, выбрасывается ци, то есть, и напряжение сухожилия, наоборот, перегружается. То есть, можно отдельно делать такое движение. Так, да. Теперь, как мы поднимаем руку, посмотрите, по бедру мы ведем сначала локоть, как будто мы что-то тяжелое вот поднимаем через грудь. Здесь грудной отдел включается, чуть-чуть раскрывается. Так, раз, да, уже грудь обычно у нас в таком положении. Мы чуть-чуть раскрываем вот эту область. Да, то есть так, да, смотрим, как на показе мод. А чтобы отработать вот это движение. Ну, можно отдельно делать упражнение, скажем, не будем касаться здесь потом, да. То есть скольжение спиной вниз по какой-то плоскости, если есть там шифонер такой гладкий, то по нему скользите, просто вниз стекаете. Так, потом чуть-чуть вверх. Раз, чувствуете, как у вас пятки нагружаются. Это тоже отдельно можно упражнение делать. И дальше, в следующее переходим. Здесь у нас правая рука, да, закончили, рука внутрь, ну, зеркально делаем, посмотрите, раз, шаг в сторону по диагонали. Угу. Да. Ну, в какую сторону вы закончили? Тоже не помнит никто. Мы сделали лишнее. Руки, так, да, неважно пока, да, мы сделаем, потом повторим уже в правильную сторону. Раз. От пятку. Да, два. Кулак. Опять так же собираем. Посмотрите. Раз. Собрали. Назад. Два. Три. Раз. Два. Раз. Два. Меняем. Раз. Шаг по диагонали. Два. Три. Угу. Собираем в кулак. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И дальше три. Также чуть-чуть объясню. Если устали, можно сесть. Да, кто устал. Метод переноса ЦИ. Обозначили этот комплекс. В 1858 году он уже почти такой же, как вот сейчас, так же выглядит. Здесь мы ни на чем не концентрируемся. То есть мы с одной ноги переносим энергию на другую. Это вот как раз определяет комплекс переноса ЦИ. Поэтому в этом положении очень важно расслабить живот. То есть живот расслаблен, но ягодицы чуть-чуть под себя, то есть чуть-чуть так. Теперь шаг, посмотрите, если вы делаете, у вас пятки пересекаются, либо пятка за пяткой, вам неудобно стоять, у вас сразу поясница ломается. То есть шаг делайте по диагонали чуть-чуть вот в сторону. И колено чуть-чуть согнуто. Здесь также согнуто колено. Когда вы назад скручиваетесь, посмотрите, таз еще работает. Раз, два, чуть-чуть. Так, называется «Волочить за хвост 9 коров». Есть такая игрушка, то есть там ось и палочка. Здесь веревочки висят. То есть вы ее крутите, она скручивается. Тот же почти принцип. То есть руки приближаются к корпусу, но вращение отсюда идет. Такое движение. Раз, два, да. Теперь кулак. Посмотрите, мы собираем кулак, у нас уже сухожилие чуть-чуть перекручено. Дальше мы скручиваемся, я вправо показываю, то есть у меня правая рука, скручиваюсь вправо. И смотрю на кулак, ну не четко, так не очень интересно, да. И чуть-чуть поворачиваю голову, но наблюдаю кулак. Здесь посмотрите, рука как скручивается, еще так. То есть это сухожильный комплекс, прорабатывает сухожилие. То есть вытягивается немного сухожилие. А сзади рука в таком положении также собирается, приближается. То есть
Так, всем видно, да, наверное, там зеркало. То есть мы раз, перекручиваем руки. То есть здесь сильно скручивается сухожилие, работает. Здесь также. А руки очень важны. То есть считается, что, ну, исследовали ученые. То есть напряжение возникает в руках, потом оно передается в тело. Здесь мы, наоборот, это напряжение снимаем, и тело расслабляется. Но посмотрите, связь между ногами есть. Также можно отдельно упражнение делать. То есть вы толкаетесь сначала одной ногой, потом другой. Такое движение. Колени чуть-чуть согнуты, и прогиба нет. Здесь вот живот расслаблен. Так, раз, потом чуть-чуть отклонились. Два. Да, такое движение. Угу. Ну, попробуем. Да. Здесь, ну, начнем отсюда. То есть у вас левая рука, правая у вас, правая, да. У меня левая. Угу. Ну, какая удобно, да. То есть встали, руку вытянули, здесь точку пронаблюдали. Теперь посмотрите переход. Раз, рука, которая сверху, идет под мышку. Так, да, правильно, согнули. Здесь рука вверх. Да, теперь делаем шаг по диагонали в сторону. Руки расходятся в таком же положении в стороны. Да, то есть они вот скручиваются. Да, правильно. И чуть-чуть подстроили пятку. То есть вы встали, у вас здесь неудобно. Чуть-чуть подвернули, у вас стойка раз, более, да, укореняетесь. То есть более правильно становится. Смотрим на руку, собираем кулак, чувствуем каждый палец. Да. И переносим назад вес тела. Скручиваемся вы влево, да, если у вас левая рука. О, отлично, да, чуть ближе. И смотрим, голову чуть-чуть поворачиваем. Теперь вперед. Раз. К себе. Дыхание здесь, естественно, не задерживаем. И бесшумное дыхание. Да. Чуть-чуть посмотрите, когда растягиваемся, плечи вниз, потянулись. Раз, рука вниз, чуть-чуть идет, потом вверх, отлично, чуть назад отклонились, вперед. Дальше, переход, раз, шаг, два по диагонали. Да, опять рука, посмотрите, скрутилась, здесь вверх. Большой палец, собираем, угу. И колено чуть-чуть согнуто. Также здесь, посмотрите, не острый угол, не перегружаем колено. И назад вес тела. Раз. Чуть-чуть скрутились. Отлично. Два. Раз. Два. Не-не, кулак, посмотрите, не так. Либо так совсем, либо чуть-чуть, да. Чуть-чуть вот вверх разворачивается. Ага. Не вниз, наоборот, вверх. Да. Раз. Два. Да. И три. Четыре. И выдох. Да. Угу. Ну, чуть-чуть колени разомнем. Все эти вещи, они работают, независимо, что вы о них думаете, или какое у вас состояние было до, важно, какое после. То есть это заряжает такой вот радостью, и поэтому не очень серьезно можно улыбаться, потому что внутренняя улыбка должна присутствовать. То есть вы как бы внутри себя улыбаетесь. Чуть-чуть повращаем колени. Ну, также хочется сказать, что все эти практики, они более жизненные, то есть соединены с жизнью, поэтому не старайтесь специально заниматься как бы тайно где-то. То есть это вас закроет от жизни. А практика, наоборот, должна соединять. Давать ей новые качества положительные. Вращение. Посмотрите, руки прижимаются, тоже отдельное упражнение, называется «Дракон волнует море». То есть внутри дракон, да, то есть взбалтывает море. Раз, вы толкаетесь одной рукой, то есть не просто вращаете, а чуть-чуть усилие есть. Правая, потом левая, да, потом опять правая,
потом левая. Небольшая амплитуда, да. Потом в другую сторону. Раз, два. Раз, два. Ну, это Анастасия объяснит. У нее большой кладезь внутри скрыт. Она постепенно его будет раскрывать. То есть, еще раз. Сначала. Угу. Начинаем. Вместе. Угу. Делаем шаг. Раз. Два. Три. Четыре. Глаза. Дальше. Второе упражнение. Раз. Два. Три. Четыре. Да, голову не опускаем. Макушка вверх. Чувствуем пальцы рук, ног. Кровь циркулирует. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Нажимаем. Смотрим вперед вниз. Чуть-чуть потянулись. Вспоминаем макушка головы. И передаем энергию рукам. Дальше. Раз. Два. Чуть-чуть сжали. Да. Правая рука вперед. Поменять звезды в созвездиях. Вниз. Чуть-чуть сжимаем левый бок. Вверх. Раскручиваемся. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Поясницу чувствуем, не забываем эту область. Еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Дальше следующее упражнение. Волочить за хвост 9 коров. Раз. Два. Собираем кулак. Чувствуем каждый палец. Три. Живот расслаблен. Четыре.
Да, зеркально делаем здесь. Раз. Два. На кулак смотрим. Раз. Два. Дальше. Раз. Шаг. Два. Собираем кулак. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Дальше. Следующее упражнение. Раз. Довернули пятки к себе. Угу. Дальше. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Последний раз делаем. Три. Руки параллельно друг другу. Выдох. И под шаг. Да, кто устал, можно садиться. Я чуть-чуть объясняю следующее упражнение. Здесь четко чередование физической силы. Здесь внутреннюю мы не используем. То есть физическая сила – это тоже как бы предохранитель в йоге. То есть вы в тонких сферах не заблудитесь. Если будете все время только расслаблены, потом энергия. Обязательно нельзя только накапливать. Должен оборот быть. То есть нужно выбрасывать. И я сказал, как упругость или усилие должно быть постепенным, нарастающим. То есть если вы резко делаете, потом сердцу не очень хорошо. То есть это неправильное усилие обычно. Но это вот кто боевыми искусствами занимался долго. То есть у них... В конце так, но нужно постепенно, мягко. То есть вы толкаетесь, пальцы, посмотрите, расходятся так. И глаза. То есть мы вот треугольник видим, чуть-чуть округляются глаза. Тонкие каналы печени открываются. И также, посмотрите, прямой позвоночник. Мы упираемся, раз, физическую силу используем, выдох. Потом к себе вдох. Можно представить волну. То есть на море все были. То есть здесь она с усилием обратно. Тоже есть усилие. Все время есть сила. Да. 6 раз, если заметили, здесь мы делаем по 3 раза в каждую сторону. Здесь 6 раз делаем упражнение. То есть на выдохе глаза и пальцы чуть-чуть открываются. Постепенно нарастает усилие. Потом опять к себе мягко вдох. Здесь 2 точки легкие работают. Это включает энергию почек, сердца и легких. То есть вот эти вот 2 точки, канал легкого, они активизируются. Вы руку подносите напротив этих точек, да, то есть вот они работают так. Раз. Здесь главное не очень сильно открывать грудь. Вы чуть-чуть как бы открываетесь мягко, иначе напрягаются межреберные мышцы, да, лишнее движение. Потом выдох. Также очень тонкое движение постепенно. Голова чуть-чуть назад. Эта часть идет, да, и глаза. Раз, потом опять два. Раз, да, чередование мягкое, упругое, да. Все понятно, если какие-то вопросы, вы задавайте, не стесняйтесь. То есть вот. Спасибо.
Что-что? Больше? Продублирую для... Что? Не слышно просто. А, центр спины назад уходит. Стой. Вопрос для онлайн, Бурсан. Надо продублировать. Да. Уходит ли, ты сказала, центр спины назад? Назад. Да. То есть округляется ли вот эта часть спины, когда мы делаем это упражнение? Здесь важно что? Важно вытягивание вверх. Да. То есть вы вытягиваетесь и, как я сказал, то есть заземление идет через пятки. За счет этого движения вы вытягиваете. Это вот ваша чатуранга дандасана тоже работает так же. И не выходят назад сильно лопатки. То есть вот чуть-чуть раскрыли грудь, потом выдох. Да. Можно громко делать, скажем, такой выдох. Но все время с одной скоростью, то есть не так, а как волна, представлять волну. Потом назад не совсем расслаблено, тоже есть упругость в теле. Раз, здесь чуть-чуть потянулись, совсем мягкое движение. И опять следующее движение, да, пальцы. Так, да. Угу. Ну, чуть-чуть колени разомнем, повторим, уже чувствуете, что-то в теле другое включается. Если кто почувствовал тепло, это нормально. То есть энергию ЦИ каждый чувствует по-своему. Не бывает людей, что вообще не чувствует. То есть в зависимости от климата, погоды, какого-то питания или времени суток, каждый чувствует по-разному. Бывает сразу включается, бывает постепенно. Вот. И через момент, допустим, такой вот или скучной, или усталости нужно пройти. То есть если вы проходите, внутри открывается энергия, вам интересно, приятное ощущение. Вы можете долго этим заниматься, и только качество улучшается. Чуть-чуть шею. И в другую сторону. Да, плечи. У кого есть вода, можно пить. Либо мы чуть попозже сделаем перерыв небольшой, как раз, чтобы попить. То есть, когда занимаетесь цигун, пейте воду, потому что жар. Да. Чуть-чуть руки повращаем. Да, так. Другую сторону. И колени. Потому что нагрузка идет на коленные суставы, поэтому мы часто их разминаем. Еще этот центр очень важен, так как мы берем энергию из земли, поэтому нужно сохранять колени. Лучше свои иметь, чем титановые. Да. И вращение. Также, если заметили, все положения стоя, то есть естественные позиции тела, естественное дыхание. Вот. Чуть-чуть ступня вращаем по кругу. В другую сторону. Также при вращении открываются здесь зоны, точки. Точки мы подробно не будем проходить, это целая тема такая глубокая. Акупунктура, поэтому я даже название не говорю, просто говорю какие-то точки, иногда какой канал, и все, да, чтобы не перегружать, как бы, мозг. И повторим, опять у нас уже есть такая часть, вы уже на уровне тела ее запомнили. Руки, да, руки, посмотрите, не так, пальцы чуть-чуть вытягиваются, да, можно представить шарик, такой не сильно накачанный, упругий, то есть не перекачанный, не жестко. То есть постепенно изнутри вытягивание идет, мягкое. Да. Макушку и сильно грудь не поднимаем. То есть здесь как бы опора на грудь чуть-чуть идет. Центр груди. Делаем шаг. Раз. Два. Вспоминаем одно. Второе движение. Все. Дальше. Раз. Два. Глаза, восстанавливаем дыхание, если сбилось. Вспоминаем, что мы занимаемся цигун. И оставляем посторонние мысли.
Дальше. Второе движение. Вейто преподносит палец. Раз. Два. Листья клёна вспоминаем. Три. Ива. Листья. Макушка. Вверх макушкой. Усилие в руках, в ногах обязательно есть. Да. Поджимаем чуть-чуть пальцы на ногах. Здесь дышим свободно. Живот расслаблен. Дальше. Раз. Листья клёна. Два. Три. Четыре. Центр ладони. Дворец труда. Толкаем вверх. Смотрим вниз. Макушка головы. Вытягиваемся, как трава вверх растет постепенно. Вспоминаем точку на макушке. Передаем энергию рукам. Дальше. Раз. Четвертое упражнение. Поменять звезды в созвездиях. Два. Смотрим на звезду. Вниз. Три. Скручиваемся. Вниз. Рука скользит по бедру. Локоть вверх. Грудь. Чуть-чуть раскрываем грудь. Смотрим сквозь ладонь. Поясницу чувствуем. Колени почти выпрямлены до конца здесь. Не сгибаем. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Локоть. Рука. Сквозь ладонь смотрим. Чувствуем поясницу. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Следующее движение. Волочить за хвост 9 коров. Шаг. Раз. По диагонали. Чуть-чуть согнуто колено. Да. Не перегружаем. Не острый угол. Да. Вспоминаем. Руки в стороны. Вытягиваем чуть-чуть. Дальше. Собираем в кулак. Смотрим на кулак. Скручиваемся. Раз. Смотрим через правое плечо. Два. Переносим вес тела на другую ногу. Назад откатываемся. Раз. Два.
на кулак смотрим. Раз. Два. Дальше. Раз. Два. Шаг. Чуть-чуть довернули пятку, да. Большой палец собираем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Следующее движение. Нога, ступни прямо. Называется выпустить когти, расправить крылья. Здесь раз, расправляем крылья. Пальцы вместе здесь. Дальше постепенно разводим в стороны пальцы, толкаемся. И глаза чуть-чуть округляются, да. Смотрим в треугольник. Дальше. Раз. Дыхание естественное. Здесь вдох, усилие, выдох медленно. Еще раз. Вдох медленно. С дыханием сложно. Делаем просто движение. Выдох. Я просто обозначаю, где вдох, где выдох. Глаза. Да, макушка вверх тянется. Раз. Грудь. Два. Глаза. Три. Четыре. Раз. Два. Дальше. Раз. Переход. Посмотрите. Поворот вправо. Правая рука вниз, левая вверх. Так. Да, поворот. Зеркально делаем. Дальше. Руки в стороны. Раз. Два. Да. Скручиваемся. Три. Вверх. Раз. Два. Раз. Да. Сами. Вес тела не переносим. Да. В другую сторону руки. Раз. Да. Опять такая же скрутка в ногах. Рукой потянулись в сторону локтя, мы как бы открываемся, вдох, рука здесь, посмотрите, на позвоночнике лежит, да, снасти можно, на, скручиваемся в другую сторону. Вверх? Вверх сначала, да, потом вниз. Вниз. Да. Еще раз вверх. Угу. Вниз. Вверх. И вниз. Угу. Выпрямляемся. Также по три раза в каждую сторону. Здесь такая же скрутка. Посмотрите, снизу идет раз, скрутились не очень сильно, два. Главное, не очень сильно доворачиваем голову. Мы чуть-чуть повернулись и все. Так, да. Раз, два. Образно. Можно сказать, вот, допустим, у нас, да, руки так держишь, ну, обе руки, допустим. Вот у нас треугольник, мы его скручиваем в сторону, но начиная от поясницы. Поясница, потом идет эта часть, вниз посмотрели, да, не очень сильно, то есть шея не сильно работает. То есть главное, вот эту часть мы скручиваем снизу. Раз, скрутили, два, то есть здесь. И бок также сжимается, как в этом упражнении. Мы чуть-чуть сжимаем бок, но не сильно, чтобы, да, глаза не выпадали. Чуть-чуть раз и вверх, как белье скручиваем. Потом
пружина раскручивается. Раз, два, да, такое движение. Называется «Девять духов вращают мечами». Сейчас мы повторим его и, наверное, перекур, да, то душно как, нормально? Да. Да. Руки, начинаем. Раз, рука, посмотрите, назад, ложится вверх, да, и все время прижата в одном положении. Здесь средним пальцем закрываем ушную раковину. Угу. Просто микрофон неудобно, но у вас рука прижата. И начинаем, чуть-чуть раскрылись, вниз скручиваемся, раз, два, вверх, вдох, выдох, раз, два. Дальше. Раз. Дальше. Потянулись чуть-чуть. Вдох. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Три, да, четыре, и выдох, да. Здесь один момент. Мы в конце скручивания, когда скручиваемся, у нас средний палец на ухе лежит. Здесь есть у основания черепа две точки, фэн-чи, но нам нужны выше точки, это селезенки, канал, то есть чуть выше. Основанием ладони мы прижимаем. То есть нажимаем на эту точку и одновременно на ухо средним пальцем. То есть можно по отдельности попробовать раз, потом основанием ладони. Так. Но нажимаем вместе две точки. Вот в конце раз, обязательно такая стимуляция. Да, можно отдельно ее делать. Раз, два. Потом совместить со скручиванием. Понятно, да? То есть там небольшое углубление есть. Вот череп, здесь углубление небольшое. А что? А, средний палец где? Средний палец закрывает ухо. Да, закрывает ухо и нажимает. Здесь область также начинается, канал раз, так идет, да, то есть вот возвращается, потом по кругу идет, и канал селезенки, да, и основание ладони, то есть две точки, понятно, да? Можно отдельно, а не вот здесь вот углубление есть. Точки находятся на расстоянии, в смысле? Да, примерно. Да, одно. Да. То есть на каком расстоянии находятся точки? Ну, строение черепа индивидуально, то есть это надо каждому показывать, потому что есть общее как бы представление. Как найти точки, тоже сложно. Это целое как бы тоже направление, я уже сказал. Просто есть общее как бы. Да. Посмотрите, мы просто основание ладони кладем и все. Да. То есть у каждого она как раз там находится, на основании ладони здесь. И средним пальцем закрываем ухо, и все. Да, достаточно. Просто чуть-чуть надавили на эту область, и все. То есть сильно не заостряем внимание. Ну, повторим по одному-два движения, и можно сделать небольшой перекур, проветрить, наверное, и попить воды, кто хочет. Ноги вместе, макушка. Начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Глаза. Дальше. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре точки, пять,
Дальше. Раз. Два. Чуть-чуть сжали кулаки. Три. Четыре. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Дальше. Раз. Два. Переход. Кулак. Чуть-чуть довернули пятку. Раз. Два. Можно еще раз. Раз. Два. Дальше. Раз. Два. Чуть-чуть пятку подстроили. Большой палец. Собираем. На кулак смотрим. Раз. Два. Раз. Два. Дальше. Раз. Подстроили пятку. Раз. Вместе пальцы. Два. Раз. Два. Раз. Два. Дальше. Раз. Переход. Два. Вправо. Правая рука вниз, левая вверх. Да. Раз. Раскручиваемся. Рука. Ухо, затылок. Сзади. Ладони от себя на позвоночнике. Раскрылись вверх, в сторону локтя чуть-чуть. Дальше вниз скручиваемся. Раз. Нажимаем две точки. Два. Раз. Два. Раз. Два. Меняем. Раз. Чуть-чуть раскрылись в сторону локтя. Раз. В конце слегка сжимаем бок, нажимаем две точки. Раз. Два. Раз. Присаживаемся. Скрутка снизу. Вверх. Ладони. Раз. Вверх. Вдох. Выдох. Еще раз. Раз. Два. Раз. Грудь не поднимается. Свободное дыхание. И чуть вперед. Чуть-чуть сгибаем колени. Глаза закрываются. Дальше. Раз. Под шаг. Два. Ну, можно сделать небольшой перекур. Да. Что? Да, последнее упражнение. Я просто стал объяснять, а потом во второй части объясню. Да, мы просто руки складываем и все. И дыхание тоже объясню во второй части. Да.
Просто чтобы не было перегруза информации, да. 10-15 минут. Снимаем.